Здравствуйте! Вас приветствуют учащиеся вторых классов Центра образования номер 1858. Сегодня мы хотим вам представить музей боевой славы «Отчизны верные сыны». Площадь нашего музея достаточно большая, оборудована персональным компьютером, проектором, интерактивной доской и макбуками на каждого ребенка. Все это позволяет проводить на базе музея уроки по окружающему миру, литературному чтению, истории, организовывать исследовательскую деятельность в учебное время и в системе внеурочной деятельности. На базе музея создается большое количество проектов. Одним из последних был «Что я знаю о войне?». На уроке литературного чтения они познакомились с произведением Сергея Михалкова «Были для детей», которые взяли за основу в создании мультфильма. На уроках технологии изобразительного искусства, имея опыт работы по анимации, монтажу, озвучиванию и режиссуре, был создан мультфильм, который позволил увидеть глазами современных детей Великую Отечественную войну. А сейчас посмотрите, что у нас получилось. Летней ночью на рассвете Гитлер дал войскам приказ и послал солдат немецких против всех людей советских, это значит против нас. И от моря и до моря встали русские полки, все советские народы против общего врага, все, кому мила свобода и Россия дорога. Не бежали и недели, шел в войне не первый год, показал себя на деле богатырский наш народ. Не расскажешь даже в сказке, ни словами, ни пером, как с врагом летели каски под Москвой и под Орлом. Как на запад наступая, бились красные бойцы, наша армия родная, наши братья и отцы. Спать легли однажды дети, окна все затемнены, а проснулись на рассвете, в окнах свет и нет войны. Люди празднуют победу, весь летит во все концы. С фронта едут, едут, едут наши братья и отцы. Слава нашим генералам, слава нашим адмиралам и солдатам рядовым, слава павшим и живым. И от души спасибо им. Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой, жизнь отдав на поле боя за народ, за нас с тобой.